Ближе микрофон. Анастасия Рожкова, представитель гражданского сектора Евромайдана. Анастасия, ну почему сегодня? Я пришла, потому что сегодня в Киеве происходит страшное, убивают людей, власть перешла всякие границы. Я хочу сказать, что луганчане поддерживают Евромайдан, несмотря на провокации, которые против нас устраивают. Мы все равно будем выходить каждый день сюда к памятнику и будем поддерживать Евромайдан. Мы будем выступать против власти, которая убивает людей. А за что вы будете выступать? Подожди, журналист, при чем тут мы будем, не будем? Власти нельзя, вам можно убивать? А вы видели, что в Киеве сейчас арест? Я не знаю, про какие мирные разговоры идет речь, потому что во всех соцсетях они написали о том, что они будут изгонять евромайданутых, писали про то, и что... Правильно! А вы видели, что сейчас творится в Киеве? Закроемся. Мы готовы, у нас вчера был настроены, когда есть представители одной стороны и другой. Я настроена стоять здесь и отстаивать свои права. Я не собираюсь никого бить, я не собираюсь никого захватывать и ничего ломать. Я просто собираюсь стоять и отстаивать. Написано, что я не уйду. Я не уйду с этой площади. Даже если мне скажут все, что я ушла, я отсюда не уйду. Потому что я хотите результат получить? Хотим, чтобы все люди, которые ответственны за убийство в Киеве, были наказаны, чтобы все люди, которые виновны в том, что происходит, сели в тюрьму. Кто по-вашему виновен в этих случаях, в этих смертях? Виноваты, во-первых, виноваты Янукович, виноват кабинет министров, которые допустили того, что происходит. Виноваты сотрудники правоохранительных органов, которые дают приказы стрелять в людей. Они виноваты в этом, что происходит. Вы и ваши недоброжники настроены только мирно, никаких насильственных... Никаких ненасильственных действий ни разу. За все время противостояния в Луганске со стороны Евромайдана не было и не будет. Кто-то еще так думает, что ты окружаешь? А вы видели, что в Киеве творится? Белоруссии там выйдет. Гражданский сектор Евромайдана.